тучи над Барнаулом появляются, время становится все более сжатым, осень стучится в наши ворота. Что привело нас на берег Оби, что нас привело в Заречье, что привело вот этих людей совершенно разных профессий, потомственный страховщик, человек, занимающийся ювелирным делом, известный зернопереработчик, а привело их или привела их страсть к одному делу. В 1947 году Моррис и Спенсер Уилксы прямо вот так же на песке, правда, Уэльского пляжа, нарисовали свой автомобиль. И никто не мог тогда предполагать, что этот автомобиль станет легендой. Сегодня у нас есть три гонщика, у нас есть прекрасные автомобили и есть гонка. Я приглашаю всех в гонку. У нас есть один форс-мажор, и он же приятный факт, потому что один из наших гонщиков именинник. И мы поздравляем господина Александрова вот этим скромным, но правильным подарком с днем рождения. Он не пьет за рулем, но после руля почему бы не отметить. Юрий Петрович, спасибо большое. С днем рождения. Спасибо. Вчера. Итак, господа, у нас три прекрасных автомобиля. Discovery, Range Rover Vogue, Range Rover Sport. И каждый из вас проедет на каждом автомобиле, и в каждом классе у нас будет свой чемпион. Но по итогам всех трех гонок мы выберем абсолютного чемпиона. Поэтому каждый проедет на каждом, и абсолютный чемпион будет нашим суперпобедителем. Вы готовы? Ну да. В бой! Юрий Петрович, мы сейчас их порвем! Порвем их! Особенно в этом режиме вообще-то мне очень нравится динамик. Ну, какие ощущения?
очень-очень положительное, и у меня есть опыт с преодоления препятствий на джипе и с поездок на дальнее расстояние по автостраде на этом классе машин, поэтому есть чем сравнить, но машина привела очень хорошее впечатление. Она адекватная мощность двигателя весу, очень спокойно машина себя вела при подъеме прямым углом с вертикальную горку, не допуская никаких промахсовок, с цепкой тоже. Интересном месте проскочил мимо поворота. Ну ничего, назад. ничего. Ну так очень приятно. Как ощущение? Очень хорошо себя ведет в поворотах, хорошая динамика, замечательная подвеска. Sound of a man.